нас проблема. Тот чел из раздевалки выжил. Заговорит тебе хана. Он не умер? Такое бывает? Как видишь, бывает. Да расслабься, есть план. Встретимся в Горман-Хайс на крыше. Где он? С Джорди вечно проблемы, но выбора нет. В другой жизни я бы за ним гонялся. Или он за мной. Если он говорит, у нас проблема, можно спокойно умножать на 10. Этот свидетель ни в коем случае не должен меня опознать. Салют. Вот, блин. Джорди, кто это? Да, они тут живут. Ты чего? Ну, в этих домах система безопасности просто блеск, и все решили, что можно расслабиться. Они закрылись только на цепочку, типа, чтобы как следует присмотреться к разносчику пиццы, например. Ага, понял, ясно. Насчет проблемы. Я и захватил болторез. Хозяин приоткрывает дверь, я просовываю девайс и хрясь. Прикиньте, а это не пицца. Джорди, проблема. Вспомни. Помню я, помню. Мы сейчас примерно на полпути, Пирс. Неужели не ценишь, что я для тебя делаю? Не замечаешь моей заботы, нет? Да ну. Да. Слушай, давай уже к сути. Что со временем? Его мало. Да. Помнишь того мертвяка из раздевалки? Так вот он выжил. Его упрятали в чикагскую дюрягу, и если он там попадет на допрос, угадай, кого он сдаст? Как выжил-то? Всякое бывает. Глянь туда. Видишь? С утра звонили. Кто-то готов заплатить, чтобы разговорить нашего друга. И, кстати говоря, главарь среди них. Судя по всему, нам стоит поболтать. Ага, только не перестарайся, пожалуйста. Бедный Морис в тот раз обмочил штанишки. О методах не волнуйся. А ты справишься? Двигай туда, а я прикрою. И не надо убивать босса, он тебе типа нужен. Точно? Действуем быстро, лады. А то от этих писков-визгов у меня башка заболит. Будешь, милый, меня чаем с ромашкой отпаивать. Иначе никак. Да и мне кота за яйца тянуть неохота. Ну кто ж тебя знает? Разучился читать мысли? Да не то чтобы умел. Зачем нанимать устранителей? Кого они ищут? Тебя. Достал ты всех со своим мстителем. Сейчас устроят в тюрьме бучу и доберутся до нужного свидетеля. Хотя всполошились они не на шутку, это да. Знают, что я вмешаюсь. Слушай, свидетель видел меня в лицо. Если устранители поймут, кто я такой, станут угрожать семье. Ой, Мося-сяся. Это твоя семья, Пирс? Пойми, такое слабое место грех не использовать. Я за тобой с платочком бегать не буду. Ладно, погнали.
Черт возьми, к тебе идут, видишь? Один тебя накрыть вздумал. Хитрый гад! Это что, шутка такая? Ну, трава, кто купил эту дверь? Иду дальше. Козел. Воу!
Что за... Твою ж мать! Вперед, еще! Осторожно! Не уйдешь. Вон там гляньте. Сейчас спокойно найдем выключатель. Думай. Вроде думай. Прямо там. Говорил. Не спи. Его нужно найти. Всем ясно? Здесь никого. Иду дальше. Ты о ком? Ну, хрен запомнишь, как его звать. Короче, ушастый. Тули Толсон. Дружок твой? Родной брат, блин. Данкан? Или на П? Ясно. То есть ты его не знаешь? Ладно. Все равно труп. Имя Дуглас. Ах, блин, больняк. Завалил? Имени же не помню. А ведь нормальный чувак был. Байки вечно травил. Как я теперь досыпать буду? Ты можешь? Думаю, босс устранителей где-то рядом.
Погодь. Нет. Кто крысятничает в тюрьме? Что? Мы не понимаем, о чем ты. Лэнс Бреннер. Как детишки? Ты что творишь? Как семья, спрашиваю. Судя по всему, мы ведем двойную жизнь. Семьянин. Детям скоро в колледж. Потянешь ли член профсоюза? Пошел ты. Но есть и другая жизнь. Тайные счета с хреновой кучей бабок. А. Слушай, ты вообще в курсе, сколько всего на тебе глухарей висит? Копы ждут, не дождутся. Так, погоди. Тебе бабка нужна. Дам сколько хочешь. Время идет. Ладно, ладно. Черт. Насчет тюрьмы. Звать Анжело Туччи, начальник охраны. Но поздно его не найти. Он ни на что. Явно родные тут есть. При чем тут его семья? Ты совсем рехнулся, что ли? С чего бы начать? Очнись, Пирс, устранители. Что там? Киндерхук, помнишь? Черт.
пропал. Нашел того парня? Да, там такое дело. Слушай, найдешь еще кое-кого? Диктуй имя. Хелена Тучи. Родня того, за кем я гоняюсь. Она живет в Чикаго? Да, ее адрес не помешает. Нашла. Ого, фига себе у нее цифровой след. Так, сегодня утром она постила про встречу возле Уиллис Тауэр. Ясно. Позвоню, как доберусь. Будь на связи. Уже год в Чикаго работает CTOS и программа «Умный город», отзывы, которые нам поступают, в основном положительные. Мы решили узнать, что думают обычные люди. Крутяк, можно заплатить за проезд телефона и узнать расписание на съемке, так что... Ну, типа, эта штука следит, где я, и может сказать мне, что там и как с пробками. Даже подскажет, ну, где припарковаться. Сравнивает цены. Можно сэкономить, во. Даже не знаю. За нами следят, да? Не хочу, чтобы меня все время пошли. Врачи, детский сад, все под рукой. Ну и можно, ну, глянуть, когда там с женой свободно, и это... Ну, вы поняли. Удобно. Да-да, да. Есть достоверные сведения, что CTOS уже сэкономила миллионы долларов. По словам нашего мэра Рашмара, другие города могут нам завидовать. Эй, это что, так мы из телека? Спокойнее. Блин. Только этого не хватало. Эй, тебе сообщение! Стой! Ну ты устроил, чувак!